Вам нравится готовить из обычных ингредиентов и в результате получать вкусное и сытное блюдо? Этот рецепт как раз из этой категории. Омлет отлично подойдет для обеда или сытного ужина. Будет вкусно. Хотите узнать, как приготовить омлет с фаршем по-арабски? Нет ничего проще, особенно если в вашем холодильнике уже есть обжаренный до готовности фарш. Это блюдо отлично подойдет для сытного ужина или в качестве второго блюда на обед. Омлет можно приготовить и на сковороде, но в этом случае лучше возьмите половину ингредиентов. Выбирайте, какой способ вам больше подходит, и готовьте. Мясной фарш выкладываем на разогретую с растительным маслом сковороду и обжариваем до изменения цвета. Мелко нарежем репчатый лук и болгарский перец, добавим к фаршу на сковороду. Можно немножко посолить. Добавим щепотку черного перца и любимую приправу для мяса, перемешаем и обжариваем до полной готовности мяса. Остужаем. Наливаем в миску молоко, добавим яйца, соль и черный перец. Взбиваем венчиком пару минут. Смешиваем муку с крахмалом и добавляем в молочно-яичную смесь. Взбиваем до однородности. Добавляем мелко нарезанный зеленый лук с укропом, а также мясной фарш. Форму для запекания смазываем сливочным маслом, выливаем омлетный полуфабрикат. Запекаем в разогретой до 180 градусов духовке минут 30. Омлет будет пышным, но после извлечения из духовки немного осядет. Подаем к столу горячим, со свежими овощами и зеленью. Приятного аппетита!